В администрации района состоялось последнее в этом году заседание антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Кашхабльский район. В работе заседания приняли участие глава района Заур Хамирзов, заместитель прокурора Кашхабльского района Николай Бабаев, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев, главы сельских поселений, начальники управлений, заведующие отделами администрации района, руководители образовательных организаций. На повестку дня было вынесено три вопроса. По первому вопросу об обеспечении безопасности при подготовке и проведении новогодних праздников на территории района выступили сразу несколько докладчиков. О проводимой работе в этом направлении в образовательных организациях района доложила начальник управления образования Асиат Берзегова. В целях обеспечения комплексной безопасности в отношении детей и сотрудников в образовательных учреждениях во время проведения новогодних мероприятий и зимних каникул управлением образования издан приказ номер 283 от 9 декабря 2019 года, доведен до каждого руководителя под роспись. В приказе четко указаны все мероприятия, необходимые для обеспечения комплексной безопасности детей и сотрудников во время проведения новогодних мероприятий. Во всех образовательных учреждениях введены усиленные меры безопасности объектов и территорий во время новогодних мероприятий. В срок до 19 декабря 2019 года будут в каждом образовательном учреждении проведены методические площадки с привлечением сотрудников гражданской обороны, участковых, полиции и психологов по вопросам выработки рекомендаций при возникновении экстремальных, чрезвычайных ситуаций, в том числе с террористической угрозой. Во время проведения новогодних мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях с 24 по 30 декабря, в средних общеобразовательных учреждениях с 25 декабря по 28 декабря организовать дежурство преподавательского состава младшего технического персонала. До 24 декабря 2019 года во всех образовательных учреждениях будут проведены тренировочные практические занятия с детьми и сотрудниками по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации. Будут проведены инструктажи по пожарной и комплексной безопасности под роспись в журнале «Инструктажи». Во время проведения новогодних мероприятий присутствие медицинских работников обязательно. Начальник пожарного гарнизона еще раз напомнил руководителям образовательных организаций о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий. Новогодних и рождественных праздников на объектах с массовым пребыванием людей в детских и дошкольных образовательных учреждениях, культурных центрах и так далее планируется проведение различного рода праздничных мероприятий, утренников, новогодних валов, старшеклассников, танцевальных вечеров и народных гуляний. В нашем районе в соответствии с данным управления образования и культуры мероприятия пройдут на 56 объектах. Из них вне помещений планируются два объекта, в основном ДК. Для того, чтобы эти праздники не были омрачены, бедой организаторы и руководителям данных объектов необходимо обратить особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2019 года, номер 390. Требования пожарной безопасности при условии проведения новогодних елок. Первое. Помещения, в которых проводятся новогодние елки, должны иметь не менее двух выходов наружу или через лестничные клетки. Запрещается проведение елок в тех школах и в других зданиях, которые не отвечают установленным требованиям пожарной безопасности. Коридоры, проходы и выходы из здания, предназначенные для эвакуации людей, должны быть свободными. Двери и помещения во время проведения елок запрещается закрывать на замки или труднооткрываемые запоры. Окна помещения должны иметь глухие металлические решетки. На время проведения массовых мероприятий окна нельзя закрывать ставнями. Ответственность за проведение массовых мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности при проведении новогодних елок являются руководители школьных, детских и лечебных других учреждений. На время проведения массовых мероприятий должно быть установлено обязательное дежурство числа работников данного учреждения. Заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский по охране общественного порядка Руслан Хуажев также доложил о готовности личного состава и запланированных мероприятий по предотвращению возможных угроз.
Традиционно в преддверии новогодних мероприятий в межмуниципальном отделе Кашхаровский подготавливается, издается приказ, подготавливается также план организационно-практических мероприятий, который согласован с главами муниципальных образований как Кашхаровского, так и Шагьяновского района. В межмуниципальном отделе согласовывается с руководителем отдела план организационно-практических мероприятий, расчет производится сил и средств отдела. На охрану общественного порядка у нас планируется задействовать более 60 сотрудников, которые также предусматривается резерв в количестве 6 сотрудников, которые с начала и до конца будут находиться в межмуниципальном отделе Кашхаровский. Также будет осуществляться круглосуточное дежурство руководящего состава отдела. Усиливается следственно-оперативная группа, которая также до утра, до 1 января 2020 года будет находиться на месте и при возникновении таковой необходимости будет выезжать на места происшествия. Далее с докладом об обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории Кашхаровского района в осенне-зимний период выступил начальник отдела ГУ ИЧС администрации района Николай Зверев. По прогнозам Адыгейского центра гидрометеослужбы, в конце декабря, начале января месяца планируется понижение температуры воздуха до отметок минус 8, минус 12 градусов, что будет способствовать становлению ледяного покрова на водных объектах Кашхаровского района. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах главой администрации муниципального образования Кашхаровский район подписано распоряжение номер 243-Р от 12 декабря 2019 года об обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории района в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Утвержден план мероприятий. Основной целью данного распоряжения является профилактика и предупреждение несчастных случаев с людьми в период становления льда на водных объектах, повышение эффективности совместной работы с администрациями сельских поселений, направленной на обеспечение людей на водных объектах. В завершении члены комиссии утвердили план заседания антитеррористической комиссии на 2020 год.